А перед началом данного ролика хотел бы порекомендовать свой Discord сервер. На нем вы сможете покупать либо же продавать своих питомцев, а также не только по Pet Simulator, но и по другим режимам, если же вы хотите, и найти новое общение. Ссылочка будет в описании. Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу читерский баг на бесконечное открытие яиц. А для этого вам, естественно, понадобится конфеты. Ну и в принципе все. А давайте перед началом посмотрим, сколько у нас уже выбили эксклюзивок. Просто ради интереса. 307 штук. Ну слушайте, очень много. Прошло от обновы где-то 5 дней. Уже 300 штук выбили. Везет же другим. Ладно, давайте покажу вам баг. Значит, попыхайтесь в хэллоуинскую локацию. Либо через пушку, либо через телепорт. После этого бежите к этому яйцу. Сейчас добежим до него. Все, вот мы добежали. Открываем телепорт. И выбираем вот эту локацию, где больше всего фармится монет. Теперь, после этого, нажимаем на автооткрытие. Первое яйцо открывается. Сейчас у нас анимация пройдет. Все, и тпхаемся сюда. Закрываем телепорт. И как видите, баг работает. Все отлично. А вы ничего не делаете. За вас открываются пэты. И также вы можете фармиться на этой локации. Вот, допустим, направляем питомцев на сундук. Я не успел сломать. Давайте ждем, пока он заспавнится. Сейчас тут кто-то загрузится. Все, вот он появился. Отправляем питомцев наших. И, как видите, фармятся монеты и открываются яйца. Очень выгодно, очень удобно. И, в принципе, экономично по времени. Пока вы, допустим, вот открываете питомцев, то есть они у вас автоматически открываются, вы тем временем можете еще кормить дополнительно себе монеты под бустами. Мне кажется, очень круто. Ну, в принципе, вот такой вот баг у нас. На этом буду заканчивать. С вами, как всегда, был Эйсбан. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и пока.